Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будет КРАС 255B1 крокодил. Сейчас мы тут все сделаем. Доработочка. Полигон Виторгал 177. Версии 5.2 поедем. Так. Ну давайте начнем смотреть. Так, КРАС. КРАС. Вот он наш КРАС. Значит, свой звук. Синхронизация света автоматическая. В мультиплеере будете друг друга видеть. Со светом. Это продемонстрируется. Значит так, глушу машину. Свет потух. Так, давайте посмотрим. Отвлекли меня тут звоночком. Посмотрим синхронизацию. Ночь. Включаем. Вот так. Будете видеть друг друга. Каждым дополнительным аддоном, естественно, свет будет ярче. То есть ставим, например, кенгурятник. Видите, свет добавился вот здесь. Ставим мы дальше пневмосигнал, там дудки с фарами. Еще, видите, свет появился. Ставим слип спальник. Еще здесь ярче стало. То есть, когда вы его нарядите, например, сзади свет тоже все присутствует на всех. Своих аддончиках. Ну, на дефолте у меня там синхронизация уже стоит. То есть можете тоже скачать ее под ссылкой. Под ссылкой на видео. Короче, под самим видео на канале. Свет включайте, ничего нету. Давайте заводим автомобиль. Так, давайте посмотрим, так, значит, кенгурятник у нас дает. Так, кенгурятник дает нам 100 очков ремонта. Пневмосигнал дает нам 100 очков ремонта. Спальник такой дает у нас 40 литров топлива дополнительного, плюс 200 ремонта. Вот две канистры по 20-ки висят. Так, устанавливается у нас еще уже в таком варианте. Так, без слипа, без спальника ставится еще запаска у нас. Дает 200 ремонтных очков и 120 литров. Вот такой вариант. Вот видите. Раз, два, три, шесть канистр по 20-ке, 120 литров. И ремонт. 200 ремонта. Устанавливается на бортовой платформе, например. Можно поставить. Опять же, ставятся все прицепчики дефолтные. Например, бортовой прицеп, в таком можно варианте ехать. Это что-то мне рассказывают по прицепам. Прицеп сейчас я все сразу поставлю. Давайте. Так, ну. Камера никак не победить. Тележка фургон. Сервисная тележка. И еще шишиги ставятся. Немножечко на гаража, который едет. 300 ремонта. Так. Пум-пум-пум. Сейчас. Бортовая платформа. Здесь также гаражные части можно поставить. Например. Гараж открылся,
спокойненько. Передний выход ставится от него. Опора до крана. Ремонт на части. Ну, весь дефолт, можно так сказать. Так, давайте сразу сцепку. Сцепку у нас, сцепку у нас. Надо там выхлоп либо мигалки, давай мигалки. Также защита кабины ставится коробовская. Так, давайте, 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 давайте. Что такое? Нет, выхлоп требует еще. Хочу выхлоп поставить. Так, такой вариант у нас. Прицеп цистерна. Прицеп фургон, бортовой полуприцеп. Так, это у нас тут нормально подогнано. Далее, 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 далее. Набираем сцепку. Так, за место пневмосигнала, например, можно поставить запасное колесо. Вот в таком варианте прокатиться. Дополнительный ремонт идет. Сигналом обратно выпекут. Присутствует вид из кабины, случайно попал. Ну ладно, пусть будет. Вот. Чувачок, не спи. Так, присутствует. У нас анимация руля. Вид из кабины, все как положено. Все просто изумительно. Чувачок сидит как надо. Ну, давайте дальше. Бортовую смотрели. Платформа для совода ставится, опять же. Прицеп-лоскут короткий. Обрезанный. Все складывается. То есть можно среднюю брёвну таскать. Биржевым автомобилем, автономка. К примеру, можно поставить ее под пупом. Еще больше не поставить, наверное. Да, она длинная, далеко вылазит. Поэтому нет смысла ставить бортовой прицеп. Тогда автономка получается у нас просто автономка. Так, опять же, топливная цистерна. Все цивильно подогнано, как надо. Так, защита кабины, головные части. Ремонтные части, все же подожди. Дальше давайте. Значит, установим мы спальник, слип. Снимаем паску, мешает. Вентилятор у нас крутится, руль крутится, все работает. Так, ставим слип и дальше. А, кстати, не показал, сейчас слип чего беру. Присутствует у нас еще задний бампер, вот такая штука. Он идет, например, на бортовой платформе, платформой лесовоза, топливной цистерной. Разными частями. Смотрится все обалденно. Ночью все, подсветочка работает. То есть на кразе стандартно нет фонарей задних. Тут они у вас будут. То есть вот, пожалуйста. Все есть. Топ-сигналы. Подсветка днем, ночью все будет присутствовать. Мультиплеере будете видеть друг у друга все это дело. Так. Давайте еще дефолтные аддоны прогоним. Ой, не дефолтные, которые у нас присутствуют. То есть при установке заднего бампера, видите, фаркоп закрывается. То есть тут не видно. И цепляться ничего не будет. Поэтому это как дефолтный, там можно сказать. Можно его вставить
Так, сняли бампер. Запаска не нужна. Ставим слип. Так, еще дальше у нас присутствует, что гаражные части. Везет топливо 1200. 1000 ремонтных очков, 2 очка гаража. Вот такой вариант. Прицепы не прицепите, стоит бампер. Топливо как положено. Тут я посчитал, сколько бочек по 200 литров. То есть 6 бочек по 200 литров получается 1200 литров. Так, цистерна 800 топлива. При заправке машинка проседает. Я сейчас не буду показывать. Сами скачайте, проверите. Так, бортовая платформа у нас вот такая. Можно сразу загрузить 200 литров, 400 ремонтных очков, 2 очка гаража. То есть вот такой вариант. Вот так вот все. Быстро шкалявая. Квадроцикл. Бочка 200 литров. Топливо тоже дает. Так, снимаем. Так, по колесам. По колесам, по колесам. Стоит он сразу на каразовских колесах. Дальше пошли. Каразовские шоссейки. Дальше пошли. Это его свои колеса зелененькие. Такой вариант. Такие колеса. Побольше. Так, это тоже с какого-то краза, но тоже симпатично смотрится. Шоссеечки такие, вот такие шоссейки. С Яза. Сергея Пасечника, спасибо ему за колеса. У него все моды прикольные, колеса прикольные. Дальше шоссейки вот такие. Увеличенные оффроуд. Это тоже Сереге, спасибо, Серегины колеса. Арочные. Такой вариант. Видите, как подскочил. Так, вот такие колеса на цепях увеличенные. Атровские, естественно. Любимый набор. Ну и, конечно, шины низкого давления. Кстати, забыл вам еще показать. Показать платформу с краном, по-моему. Так, где тут слип, 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 ты где? Вот так. Все, разбирается все. Так, фары тоже не надо. Дубки эти убрать. Убираем. Платформа с краном. Прицеп, распуск. Вот еще такой вариант, ребята. Все рабочее. Все работает, все шевелится. Кстати, вот если есть у вас скачанная синхронизация света, версия 3 автоматическая, вот видите, при погрузке все будет видеть, свет горит. И друзья ваши тоже это все будут видеть. Так, ладно, вернусь. Свет. Убиваем платформу с экраном, наверное. Так, ставим дубки. Дубки, дубки, дубки. Слип. Давайте завод. С квадриком. Итак, поедем. Данная модель была полностью переделана с 13.04. Там у нее были косяки здоровые. Джанки у нас в 3D Max'е. Все полностью перепилил, молодец, спасибо, победили его, скажем так, этого краза давно хотели, в итоге вот он, пожалуйста, ребята, качайте, моделька обалденная, поехали, прокатимся, свет присутствует еще, видите, дополнительно включается, погнали.
свой звук. Ой, хорошо, выключили. Подвесочка мягенькая. Тут пачкается. Едет отлично. Скорость, конечно, не айс, не супер. Ну, в принципе, достойная. Деревня нормально. Передний выход. Не сняли передний выход. Он нам не нужен. Поехали дальше. Вентиляторы, видите, все. Охлаждайка там работает. Отлично, вперед, едет, руль крутит, вентилятор крутит, квадрик идет, все отлично. Ну, это обалденище, как обычно. Как это выглядит ночью? Будет у вас, ребята, все это если стоит, то ваши друзья будут вас вот так наблюдать. Вот в таком виде. В ночном мультиплеере. Будете вот так все светиться. И на дороге будет свет, и сзади будет свет. Видно. Все уже прописано на данной модельке. В мультиплеере все это работает. На дефолтный транспорт, еще раз повторяю, под видео будут ссылочки на автоматическое, на автоматическую синхронизацию света. Так что вот, включайте. Все ссылки под видео на канале. Так, грузится он, по-моему, ничего не должен, как бы этот кузовок. Давайте скидываем сразу. Со слипом мы уже ничего тут не поставим. Слип убираем. Давайте ставим, наверное, бортовую. Ну, еще на всякий тут случай давайте еще прицепить, наверное. Здесь нету. Что же мне не дает? Ничего не дает. Дорожная бортовая. Все, все есть. Так. Короткие, большие, короткие. Все, поехали. Николай даже они на все вылазят. Эта моделька отличная, полностью переделывались. Можно сказать, что полностью переделанная машина. Не просто перепрописана о доме или что-то еще сконверчено. Она сконверчена и полностью переделана в машине. Полностью переделана анимация на машине. Короче, все полностью переделано. Заслуга Коляна, молодец. Колян. Колян мастер на все руки. Бортером гоняется.
зайка. С прицепом не так. Не надеяться, что прицеп будет делать. Машинчик тяжелый просто. Самый кошелый. Старостный не лист. Хотя он бодро идет вообще. На ура. Что у нас стоит, елки-палки? Пожалуй, снять подходное на плохом. Давай снять, ставим клип, ставим. Гораздо части поставим. Вот так у Макари поедем дальше. Полетели. Закрытым полигон порван. Порван в клочья. Да, аппарат супер. Действительно, крокодил. Вот так вот. Никакого урона, ребята, вообще. Да, танки грязи не боятся. Чё, повышайка надо. Прыгнуть. От всей души проскочить. Проскочить, наверное. Надеюсь. Конечно. Вот так, ребята. Подвесочка, смотрите, всё. Сколько минутов повышено. Подвеска, анимация кардонов, анимация руля, анимация вентилятора одного и второго. Точки зацепа все есть. Тонет, по-моему, по лобовуху. Да, где-то районы капота. Такой, ребята, красный крокодил получился. Но на дальнем луке мигать. Там. Ну, дальние уже не будут наши друзья видеть. Будут только видеть синхронизацию вот эту. Так я думаю, с этой синхронизацией, смотрите, как все обалденно смотрится. Просто супер. Впереди сзади. То есть будет на одинаковых машинках кататься и вот так
Представьте, ваш друг подъезжает весь в огнях, весь в лучах. Давайте дальше прогоним. Синхронизацию еще раз повторяю, можете качать также вот видео на канале под последним видео, под всем есть. Так, вот снимаете. Наверное, часть поставим сюда. Полетели. Посмотрим состояние. Сам не знаю, что там было. Тут улетел. Ну что-то 30-32, 33-34, 36, 37, 38, 38. Я думаю, можно на хороших дорогах еще быстрее рвать горки и ветер в жопу. Скорость больше не поднимается. Ну, все машины обычно вот до первого поворота там хорошо разгоняются. Дальше уже как-то не очень. 38. Я думаю, в принципе, до 40 можно его раскочегарить. Дальше уже не будем. Главное наведывать. Сейчас мы тут увидим еще раз. Электрончик залезем. Еще раз попробуем на автомат его здесь проскочить. Состояние убираем. Вот так вот. Просто пролетели. Так что, друзья, вот вам автомобиль. Мы постарались, долго его мучили. В итоге сделали именно так, в прямом смысле слова, потому что действительно машина полностью вся перебиралась. Пожалуй, что-то там делает. Что вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу, зовите друзей, скачивайте данный мод.
и все остальные моды. Ссылочки все под видео на канале найдете. Ссылочки две. Первая ссылочка. И есть еще запасная ссылочка там. Если по первой не будет возможности скачать. И ссылка там уже кончится. Для скачки. Качайте по запасной, всего скачайте дополнительно. Так что вот, ребята, такой у нас обзорчик получился. Такой у нас получился крас-крокодил. Обалденный. С версии 13.04 полностью переделанный. Всем, ребят, спасибо за внимание, кто досмотрел до конца. Всем удачи, удачных покатушек. Всем пока.